Всех приветствую! В этом видео покажу, как дать простую и очень питательную органическую подкормку для хорошего роста и пышного цветения всех цветов. Данная подкормка пролонгированного действия. Она будет постепенно давать растению питательные вещества, такие как азот, калий, фосфор и многие другие микроэлементы. Подкормка сделает листву более крупной и пышной, улучшит полезную почвенную микрофлору, поспособствует росту полезных грибков и бактерий, которые улучшат состояние растений. Поможет восстановить хилые цветы. И речь идет о лущеном горохе. Горох можно использовать в качестве подкормки для цветов. Он содержит белок, который даст растениям азот и многие другие микроэлементы. Также углеводы, которые являются питанием для почвенных микроорганизмов, которые переработают органику и улучшат усвоение питательных веществ, которые уже есть в почве, но по каким-то причинам недоступны растениям. Все, что нужно сделать, это закопать под цветок 1 чайную ложку гороха. Для этого выкапываем неглубокую канавку или снимаем небольшой слой земли. Далее равномерно распределяем горох. И сверху присыпаем землей. После можно полить простой, отстойной или фильтрованной водой. Такую подкормку можно повторять раз 3-4 недели, и ваши цветы будут крепкими и пышно цветущими. Спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.